И снова здравствуйте. Фикс прайс на Мартеновской улице. Посмотрим, что там изменилось за неделю. Точный адрес: город Москва, улица Мартеновская, дом 42. Сюда уже идут местные покупатели. И здесь тоже полочки полны канцелярии. Все то же самое, циркуль, линейка 99, магнитные закладки, и даже все точно так же расположено. Мне кажется, у них какое-то фото есть общее для раскладки товаров. Ножницы для детского творчества, какие, мягкая поверхность, как кошачьи лапки, безопасные закругленные лезвия. Вот это правильно, давно пора, 55 рублей. Смотрите, есть как кошечка, есть как, кто это, тюлени, наверное, да? Красная. Ну, в общем, ассоциация с животными. Так, и набор фигурных точилок еще в виде лего. В общем, в предыдущем выпуске у меня есть подробно о каждом товаре канцелярском. Треугольные карандаши, мне кажется, самые удобные. Так же, как и треугольные ручки. Ручек нет, карандаши есть в этом сезоне. Вот новинка, тонкое гладкое письмо, 5 штук, биговские, при том 55 рублей. Ручка Big Round Stick, супер тонкое письмо. И кроме той полочки при входе, это основная, потому что сейчас тематика к 1 сентября, учеба, все, что связано с этим. Кроме той полочки основной, есть еще и дополнительная. Вот здесь сбоку, здесь уже видимо-невидимо товаров. Цветные гелевые ручки 12 штук, 149. Чернила с эффектом металлик. Маркеры для белой доски. Смотрите, 5 цветов уже, 77 рублей. Текстовыделители Берлинга 99. Это что такое? А, штампики с наклейками. 100 наклеек. Вот это да, 77 рублей. Какие красивые корпуса у ручек. Эргономичная зона захвата, 10 штук. И длина линии письма 1200 метров. Представляете, синие чернила, 0,7 диаметр угла. Вот, мне кажется, вот эти ручки самые удачные, потому что они как раз треугольные, которые я давно искала. У них синий стержень, эргономичная трехгранная форма, 0,5 миллиметров толщина стержня. Ну, вот самого вот этого, который пишущий. 1800 метров длина следа, которая оставляет ручка. Набор ручек, суперкомфортная зона захвата, мягкость и скорость письма. Вот они какие, три штучки здесь. 77 рублей, именно для комфортного письма. А есть еще, смотрите, какие карандаши, черное дерево покрашенное, 12 штук за 77. HB, мягкость у них, ластики, каких только нет, все есть. Вот эти ручки еще возьму, 55, и тоненькие. Рифленая зона захвата, синий стержень, 5 штук, 1800 метров, 0,5 миллиметров. Толщина стержня, вот самого кончика, 55 рублей. Что тут еще интересного среди ручек? Вот эти самые лучшие, мне кажется, именно треугольные. В основании удобно держать, и я помню, что удобный был стержень у них. Корректирующая лента, идеально для исправления текста. Притом разных видов есть эта лента. А это клейкая с картинками, 3 метра 5 миллиметров. Так, гелевые ручки тоже Берлинга, и они тоже треугольные. Возьму, посмотрю, это уже черные чернила. Да, 6 штучек в комплекте. 99, цены-то растут. Биговские механические карандаши 99 рублей, но нет сменных там грифелей. Твердость HB 0,7 миллиметров, толщина грифеля. Берем, все будем с вами тестировать. Ручка корректор, так, эту взяли. Прозрачные ручки 55 рублей. Да, эти треугольные только черные есть в наличии, гелевые с принтом 55 рублей, синие чернила. А это что такое? Быстро сохнет, комфортное письмо, водостойкая формула, тоже черные. Мне кажется, они не отсюда. Пиши, стирай.
Со стираемыми чернилами. 77 в этом году. Текстовые делители, кроме тех, которые по 99, вот, толщина линии 1-5, немецкие чернила, есть еще и подешевле. Вот эконом-вариант 55 рублей за одну штуку. Возьмем для сравнения с вами, посмотрим. Так, ластики вот эти, конечно, классные, как морские камушки. Банковские резинки универсальные, вдруг кому-то понадобятся. Они без ценника. Так, двухсторонняя клейкая лента, набор ластик и точилка. Точилка внутри самого ластика. И точилка с ластиком тоже прикольный такой наборчик, тяжеленький, 55 рублей. Есть еще три гелевых ручки за 55 рублей. И у них интересное вот там само основание. Посмотрим, что там внутри. Шариковые ручки тоже эргономичные в такой коробочке. Есть с оранжевым оформлением, 55 рублей, 4 штуки. Так, автоматические карандаши с дополнительными грифелями, 77 рублей, вот для правильного письма, 2 штучки. И такой вариант со стирательной резинкой, твердость HB, 12 запасных грифелей, 55 рублей. Толщина 0,7 грифеля, а здесь 0,9, вот потолще грифель. Гуашь гамма классическая, 21 цвет, не токсичная, легко смешивается, яркие цвета, но 249 рублей уже. Обучающие карточки с водной раскраской, в комплект входит фломастер-кисть с контейнером для воды. Что-то типа этого уже было и в Фикспрессе, и вообще в других магазинах. Да, водой разукрашивать, разная тематика. Есть сад, огород, машины, троллейбусы, каток, животные, животные вот Африки. И сколько? 149 рублей, 24 карточки на кольце. ПВА 55 рублей, акварель 55,99. И маленький набор гуаши, 12 цветов, но с золотой и серебряной краской. 99 рублей. Блокноты позитивные, 149 рублей. Формат А5, 96 листов. Закругленные края и мягкая обложка. Вот. Переплет не очень, потому что здесь склеены листы, могут разваливаться. Волшебные единороги. Время релакса. Краски Востока. Ну-ка посмотрим. Забавные питомцы. Так, собаки, а там, по-моему, еще есть кошечки, да. И собачки, и кошечки. Позитивный блокнот. Но тут они внутри все равно все вперемешку. Ежедневники 99 с матовой обложкой. Острые у них уголочки. И разлиновка. Белая бумага, белоснежная, 80 листов. Дневники есть вот такие. С 1 по 11 класс. Россия и обычный, классический, без всяких картинок, 55 рублей, 40 листов. Скрепки эти удобные, конечно, притом они разной ширины, удобные и на кухне для специй, всякие пакетики закрывать, нет ценника, вот что неудобно. Так, блок-лист с клейким краем, 600 листов, смотрите, как много, и притом разный цвет у этих блоков. 149 рублей, 600 штук. Папки для документов очень приятные на ощупь, они как будто бы силиконовые. Здесь блестящая ткань, полиэстер. Папка для документов на молнии подойдет для формата А4, и видно, что внутри, и в то же время защита от дождя. Разный цвет вот этой ленты блестящей, есть и салатовые, и розовые, и черные, и перламутровые. Это новенький, только что открывшийся Фикспрайс, буквально месяц ему. И смотрите, какая большая полка, вернее, 1, 2, 3, 4, 5 полочек с книгами. Книги стоят еще ровно. Так, посмотрим. Вот первая, которая вытянется. «Новый путь» Кэрри Лонсдейл. «Невероятная история любви, духовного поиска длиной в десятилетия». Так, и здесь, смотрите, 99 рублей книги, по 99 все. В мягком переплете. 5 секретов не кричащей мамы.
Малыш, ты скоро. Это Березовская написала. Врач-исследователь, акушер-гинеколог, публицист. Дальше. Корейские секреты красоты или культура безупречной кожи. Газетная бумага. Идеальная няня. Один в Берлине. Мне все нельзя. О том, как найти свое призвание и самого себя. Это Татьяна Мужицкая, психолог и бизнес-тренер. Бизнес-тренер. Так, ученица. От издателей «Замка из стекла». Предать, чтобы обрести себя. Для детей тут тоже много всевозможных энциклопедий. Серия книг Жукова-Узорова 77. Подарочная книга 199. А вот эти, интересно, сколько? Неужели уже все по 199? Энциклопедия в картинках. Зачем котам усы? И другие вопросы о животных. Ну что, пойдемте дальше. Есть еще меньшего формата книги. Ну-ка. Лев Толстой детям, энциклопедия детского сада. Ну, в общем, эти уже по 99, которые поменьше. Смотрите, какой крупный шрифт, да еще и по слогам. Иллюстрации хорошие, классические. И много разных тетрадей. Самые дешевые 3,40. Но они такие тоже, как в старые добрые времена, 0+, написано, тетрадь школьная, 12 листов, такая мягкая бумага, желтовато-сероватая. Это для всевозможных заметок, черновиков. Так, геометрия, 27,50, тетрадь А5, 80 листов. Тоже очень мягкая бумага, не очень хорошее качество, но зато с формулами, со шпаргалочками. Скорее всего, это вот это 80 листов, потому что она потолще. А это 48, наверное, 18-30. В общем, немножко тут все перепутано. 18 листов, 11 рублей. Очень неприятная обложка, такая шершавая. И она выдавленная. Вот, она какая-то такая вся ребристая. Очень неприятно трогать блокноты. Смотрите, какие глаза. Красный торец. Желтая бумага в клеточку, вообще прикольная. И ленточка в виде закладки, как будто бы искусственная кожа или замша, очень приятно, тактильные ощущения. Так, значит, кошка, просто no name. А черный, черный какой, тоже no name, как хотите, так и называйте. Интересная очень. Необычная. 249. 80 листов. Цветной картон. Яркий. 55 рублей. 20 листов. Так, тетради тоже какие-то шершавые. 18-30. Но уже бумага получше. Они пожестче. Есть на пружинках. 96 листов. Клетка. 55 рублей. О, какие. Без пружинки, 80 листов, 27,50, тоже клеточкой. Как-то вот эти уже получше. И на ощупь, и визуально. Так, все на скрепках. В клеточку 3,40. Картон белый, 20 листов. Так, арбуз почему-то сюда попал. Цветной картон 55, это мы с вами видели. Ну и все, вот эти шершавые неприятные, 18-30. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо вам за лайки, подписку, за комментарии. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ.